Привет, друзья! Второй день Russian Poker Tour при поддержке VBET набирает обороты. Зал под завязку набит игроками. Их количество превзошло все наши самые смелые ожидания. В Минске мороз и солнце. В зале раздается цокот фишек. Все сегодня намерены испытать свою удачу и проверить умения. Так что пойдемте вовнутрь и посмотрим, что же там происходит. Серия проходит в новом зале, только гляньте, какой он большой. Все игроки разместились комфортно, здесь совершенно не накурено, и атмосфера очень приятная. Самые крупные турниры серии будут сопровождаться ТВ-трансляцией, включая главное событие и турнир хайроллеров за $1100. Правда же круто, ваши родные и близкие друзья смогут за вас поболеть в прямом эфире. Расскажи, что тебя сегодня привело в стены казино «Опера»? Атмосфера. Меня привела атмосфера. Очень нравится, как все тут происходит, скажем так. Фишки, звук фишек особенно нравится. Вот. Ну и в целом азарт. Ну, я пришел отдохнуть. За что ты любишь РПТ? Опять же, за атмосферу. Здесь здорово, здесь все дружелюбное, общение. Нет никаких барьеров в плане того, что там иностранцы, не иностранцы. Общаемся со всеми, в принципе, на равных. Ну, то есть делимся какими-то своими переживаниями даже в какой-то степени. В целом, атмосфера. Слушай, я знаю, что у тебя есть друзья, которые как-то очень особенно добирались в нашу прекрасную страну из других не менее прекрасных стран. Да, у меня друг прилетел один из Москвы, второй приехал из Смоленска. В принципе, на удивление легко добрались. Говорит, даже когда со Смоленска ехали на машине, говорит, даже паспорта не проверяли, не говоря уже про тесты и прочее. Ну, то есть оказалось все намного легче, чем ожидали. Ну, то есть в целом добраться не проблема. Да, а еще, насколько я знаю, там с 8 числа, по-моему, поезда ездят из России, ну, по крайней мере, из России знаю точно, да, поэтому надеюсь, еще кто-нибудь приедет из друзей. В непростые времена живем, друзья, однако это совсем не повод отменять праздник покера, вооружившийся масками, антисептиками и прочими мерами безопасности. Мы продолжаем играть в нашу любимую игру. Смотрите, кого мы тут встретили. Марина Хацкевич, как всегда, красотка. Рассказывай, как твои дела? Ой, у меня все супер, все отлично. Прошла финальный день нокаут-турнира. Вот сейчас будем скоро продолжать. Так что намерена, настройка всегда боевой. За что ты любишь РПТ? Мне нравится, потому что, во-первых, РПТ чаще всего проводится в Минске. Мне, конечно, это удобно, потому что я здесь живу, не надо куда-то далеко выезжать. Нравится? Дома и стены помогают, как говорится. Дома и стены помогают, да. И как-то всегда мне нравится, что это красивое казино, хорошая атмосфера, очень много различных мероприятий, всякие там караоке, мафии. Как-то и люди не только с Беларуси, но много и россиян, и других национальностей приезжают. Какой-то движ, как-то всегда РПТ – это какой-то движ у меня, вот ассоциация, да. Сурен, представитель VBET-а, расскажите, чем именно должна эта серия запомниться игрокам? Во-первых, мы на этот раз привезли довольно-таки много подарков. Решили на этот раз устроить больше сюрпризов для игроков РПТ. Вот, прямо в серии в Минске. Будут разыграны новые айфоны, AirPods и там даже Apple Watch, Smartwatch. Кроме этого, как всегда, мы разыграли 100 билетов в живую серию, которая включает в себя и 15 полных пакетов, которые из себя представляют проживание, сумма перелета и buy-in в разные ивенты, в том числе, естественно, buy-in в мейн-ивент. Мы очень надеемся, что очередная серия укрепит наше партнерство и будет выгодным для обеих сторон. Друзья, смотрите, какой крутой мерч приготовили для гостей серии. Именной. И,
конечно же, все в курсе, что Russian Poker Tour — это не только про покер, ну и, конечно же, разумеется, про веселье и развлечения. В четверг пройдет наш легендарный караоке-баттл, ну а в субботу мы с вами встречаемся на крутейшей, потрясной вечеринке, где мы будем танцевать и веселиться. Ну что ж, господин турнирный директор, расскажите, чем запомнится нам РПТ в этом сезоне? Ну, во-первых, запомнится тем, что покер жив. Никакие пандемии и мировые закрытия границ не смогут истинных ценителей покера, как говорится, отвадить от этой отличной затеи. Мы полностью соблюдаем все меры, рекомендованные Минздравом наших дружественных стран. Есть все средства для дезинфекции, поэтому можете чувствовать себя в полной безопасности на серии Russian Poker Tour. Кстати, стартовали мы отлично. Собрали более 250 входов в турнир Progressive Knockout Championship. Ожидаются отличные призовые, особенно по нокаутам. Друзья, впереди у нас еще целых 12 дней потрясного покера, вечеринок, развлечений, так что я думаю, что стоит всем оставить все свои дела и приезжать в Минск на серию VBET Russian Poker Tour. Увидимся!